Ребят, здравствуйте. И вот еще раз, возвращаясь к работе на резине для отработки ударных действий, в первую очередь резина помогает вам не накачать какие-то мышцы, что, конечно же, да, когда вы делаете резину, это же сопротивление, но еще раз момент возникает, который резина здесь вам работает, как лакмусовая бумажка, то есть что, такой тест для сохранения равновесия при ударных движениях. При ударе в движении, на месте, на шаге, вращении, в челноке, да, в наших что, домашних условиях, повторяюсь, куда привязать? Ну, в спортзале что, шведская стенка есть, там ставят. Здесь берем просто, да, вот резина, обычная резина, обычная, необычная, у кого какая есть. Узелок, хлоп. Все, и... Я эту резину за дверь, но именно на что? Она должна быть на расстоянии, на высоте моих плечей. Высота плеч, но желательно даже чуть повыше, чтобы было. Почему? Сейчас покажу. Да? Делаю напряжение, сделал напряжение, группировался, оп, меня потянуло, ребят, вот моя группировка, эта группировка, да, у меня в этом случае, когда у меня есть группировка, у меня напрягаются только трицепсы, моя полукруглая спина гасит, что, натяжение резины за счет полукруглой спины, за счет группировки меня назад не тянет. Начальные движения, да? Даже простые начальные действия. Прямые удары. Без ног. Раз. Кулак идет. Я вижу, свои кулаки висят на уровне плечей, да? Чуть-чуть я встал, или что, или рука пошла, не вот этим движением, переворот плеча, оп, рука пошла, и меня уже, если я выпрямлю колени, меня потянет назад, я выпрямил колени, да, выпрямил колени, вкрутил кулак, меня назад не тянет, что, рука не опередила, локоть, разгибаясь, не опередил колени, плечо переворачивается, вкручивается. Первое базовое упражнение. Вверх. Смог устоять. Вот здесь чувствую себя. Вот я остался. Паузу. Обратно. Не руку. Колени. Вверх. Вниз. Пошел с поворотом. Пятки бедра. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Рука опережает. Локоть разгибается. Опережает плечо. Что происходит? Я не могу выпрямить, и меня резина тянет назад. То бишь у вас сохранение равновесия за счет не опережения разгибания локтевого сустава плеча. То есть локоть не опережает плечо, ребят. И вы тогда, у вас получается, появляется возможность. Вверх, вращение, пятка, бедро, кулак одновременно. Но пятки ногами вверх сначала. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Смотрите, прямо стою. Не ломает меня. Как проверить еще здесь же? То же самое упражнение. Подпрыгну, да? Приземлиться с ударом. О, на носках стою. Вниз упал. Вверх, вниз. А сейчас моя рука опередит, да? Мое плечо. Локоть опередит. Разгибайте. Разгибательное движение опередит мое плечо. И что произойдет? Я не могу устоять, меня сразу ломает назад. Вот моменты. Я устоял, мои носки, посмотрите, прямые колени. Носочки ног прямые. 90 градусов разворот. Я смог устоять. А резина, если бы у меня это было некорректно, я не мог выбрать, меня бы резина тянула назад. Понятно этот момент? То бишь, вот ваши действия.
Начинаете только руками. Начинаете только руками. Минуту даже, одними руками. Раз, раз, раз. Пошли ноги, пятка, бедро. Раз, вверх, вниз. Паузу. Видите, стою, все меня не ломает. Минуту. Третья минута. Выпрыгивание. На носках. Раз. На носках я устоял. Два. На пятки не сажусь. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Да. То бишь, вот эти. Эта резина показывает, насколько вы сохранили эту группировку, которая присутствует на ударе. Я выпрыгиваю и приземляюсь с ударом. Но никак не раньше кулак начинает идти вперед за счет выпрямления локтя, опережая плечо. Именно вот эти движения дают вам возможность сохранять равновесие. И в боевой ситуации это все так же работает. Вы приучаете сохранять свое равновесие. Плюс вы не раскрываетесь. Ваш же удар является защитой. Резина как тест помогает вам почувствовать. Опередила рука, вас раскроет здесь. Не сможешь развернуться, будет резина тебя тянуть. Нигде у меня напряжения нет. Вот этот момент для себя возьмите, пожалуйста. Все, пользуемся. Молодцы.